Захваченный червем кусочек листа через глотку и пищевод поступает в зоб, где увлажняется. Затем в мускулистом желудке он основательно перетирается, превращаясь в кашицеобразную массу. Переваривание и всасывание пищи происходят в кишечнике. Здесь сложные вещества пищи превращаются в более простые растворимые вещества, которые всасываются стенками кишечника и поступают в кровь. Непереваренные остатки пищи выводятся наружу через анальное отверстие.